В сегодняшнем видео я тебе хочу показать тесты наших новых русских саморезов «Новая Русь». Вот такие классненькие черные саморезы отечественного производства из самой дорогой стали 15 ГПС. Погнали! Вот металл 35-й. Вот 41-е дерево. Да, и обратите внимание на шляпочку. Новая Русь. НР. И вот эта сетка, она позволяет шпаклевать, то есть больше адгезии к шпаклевке на саморезе. Те, кто делал потолки и ГКЛ, знают, о чем я говорю. Потому что я их делал дома. Зажимаем тиски. Я буду имитировать момент закручивания вглубь, углубления, да, самореза. Видно ноль? Три девять. Тест номер один. Берем второй саморез. Скидываем показатели. Три девять. Тест номер три. Пристать надо даже. Четыре. Третий тест показал 4 момент срыва. Вообще 3,5, как бы, это проходной. За счет чего это достигается? Цементация. Рафис, ты можешь рассказать? За счет чего достигается такая жесткость? Закаливание и цементация, да? Так вот, я что хочу сказать. Наш саморез, Новая Русь, обладает тонким телом 2,6. Мы делаем его из проволоки 2,68, калибруем на размер 2,6. Получается в итоге тело тонкое, 2,6, а сопротивление на скручивание держит 4 ньютона метра. То есть 40 килограмм, да, по-моему, в килограммах. Для чего я это решил вам показать? Потому что чем тоньше саморез, тем меньше сопротивление требуется для того, чтобы его вкрутить в дерево. Давай закрутим 51-й Новую Русь в березу. Идеально.
А что скажет 70-й? 51-й. А, 70-й полностью в березу, да? Да. Отлично. Дальше. 70-й в березу. Новая Русь. Есть. Еще один. 70-й Новая Русь в березу. Есть. Проведем тест на срыв головки 70-го самореза. Самореза. Новая Русь. Давай. Не сломался. 4,9, да? Я его не смог сломать. Нет, он не ломается. У меня соскакивает. Пять показывает и ломает. Поэтому если закрутим, потом сломаешь. Давай закрутим потом место. Ну, скривил. Скривил. Ну, это 5 моментов, извини меня. При 5 моментах у тебя уже аккумулятор на шурике сядет, дядя. Пробуем сломать 70-й саморез Новая Русь. Скидываем спидометр. Сломал. 5. Это сколько? 5,2? 5,2, да. Да. Да, 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 да. 5,2. 5,2. Друзья, переходим к заключающему этапу. Переходим к заключению. Саморез Новая Русь. Тест на скручивание головы прошел. Прошел с отличным результатом. 4 ньютон-метра на 51-м саморезе. Это довольно достойный результат. Почему это важно для меня, я вам объясню. Тело нашего самореза утонченное, 2,6, головка уменьшенная. Мы это делали специально для вас, чтобы вы получили максимально большее количество из 1 килограмма. Большее количество саморезов. Раз. Тонкое тело какое еще имеет преимущество? Меньшая сопротивляемость при закручивании в дерево. То есть чем тоньше тело самореза, тем меньше энергозатраты требуются для того, чтобы его закрутить. Если это перевести в расчет часового рабочего дня, то получается тебе нужно меньше энергии затрачивать и твоему аккумулятору на шуруповерте. Саморез Новая Русь. Лучший саморез на нашем рынке.